Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Киров рассчитывает получить федеральные деньги на покупку троллейбусов. Задачу подготовить заявку для участия в федеральной программе поставил перед департаментом городского хозяйства глава администрации Вячеслав Симаков. Он побывал с визитом в троллейбусном парке. Цитирую, нужно вплотную заняться вопросом обновления состава, при этом необходимо использовать возможность применения единого типа троллейбусов. Это позволит заложить более грамотный подход в обслуживании в будущем, написал Симаков в своем телеграм-канале. Как вариант, изучается вопрос приобретения троллейбусов производства Республики Беларусь. Также Симаков сообщил, что поставлена задача улучшения условий труда работников троллейбусного парка, в том числе повышение зарплаты. Еще одно направление деятельности, которое Симаков обсудил с руководством предприятия – организация экскурсий на отреставрированных старых троллейбусов в партнерстве с какой-либо турфирмой. В 2024 году планируют построить участок улицы Калинина. О планах рассказали в горадминистрации. Деньги на работы хотят получить из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от Сурикова до Чапаева должна появиться четырехполосная дорога, тротуары и фонари. Но чтобы построить дорогу, нужно снести частные дома, которые в данный момент расположены на этом участке. Это порядка 10 земельных участков из строительства, принадлежащих жителям города. Вопрос будут решать в том числе на общественных слушаниях. В эфире «Экономика». Кировские пенсионеры смогут обучиться финграмотности онлайн. Банк России открыл новый сезон образовательных вебинаров для людей старшего возраста. В нем могут поучаствовать пенсионеры и те, кто только планирует выйти на пенсию. Лекторы объяснят слушателям, какие приемы позволяют сэкономить, как выбрать подходящий вклад и другие банковские услуги, как не попасть на уловки мошенников. Также они ответят на вопросы участников. Подключиться к эфирам можно самостоятельно с домашнего компьютера, смартфона или планшета, либо группой в центре соцобслуживания. Расписание занятий и регистрация на сайте Банка России. Занятия будут идти до 21 апреля без возрастных ограничений. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».